Орлова возле ковша. Пытаемся поймать рыбку. Все плаваем. Глубина небольшая, можете не переживать, 1,5 метра, поэтому нам пофигу. Погода офигенная. Вот. Рыбка ловится. Наплывами, но ловится. Все поднимают. Вот она, родная. Так что вот, как-то вот так вот. Материк, Соединенные Штаты Америки, Италия. Смотрим, наблюдаем над нашей экстремальной рыбалкой. У нас все плавает. Мы как это, как в мультике. Про слоненка, мамонтенка. Вот так у нас рыбу ловят, видите? Аквариум прям валь на льду. Вот, смотри, крупная уходит у тебя. Вот, значит, 13-е, что у нас там, марта сегодня, да, 2018 года. Ездил в Орлово, туда, где ковш. Льдины плавали, видео пришлю вам. Экстремальная рыбалочка, но сами посмотрите, какая крупненькая, хорошая морская корюшка наша, углегорская, орловская. Так что это самое. Кто не успел, тот опоздал.